18 место после обязательного танца имеет итальянский дуэт Изабелла Паярди и Стефано Карузо. Попурри из свингов в исполнении Рэя Джелата и Эллы Фиджеральд. Представят они взыскательной финской публике. Закольцевали мелодию Рэя Джелата, Изабелла Паярди и Стефано Карузо и разбавили свою программу великолепным вокалом Эллы Фиджеральд. Расцвет свинга пришелся на 30-е и 40-е годы прошлого столетия, ну а звезда Эллы Джейн Фиджеральд зашла чуть-чуть позже, но это никоим образом не помешало великой джазовой певице стать обладательницей 13 премий Грэмми и продать более 40 копий своих пластинок. Также она была награждена двумя медалями, медалью национального искусства Соединенных Штатов Америки и президентской медалью свободы, два различных президента США, Рональд Рейган и Джордж Буш-старший. Так оценили, высоко оценили заслуги Эллы Фиджеральд как перед государством, так и перед самой джазовой музыкой. Примерно на 2 балла отставали от Камилы Хайковой и Давида Винкура, Изабелла Паярди и Стефано Карузо. Это дебютный для них чемпионат Европы. Они были обладателями 9-й позиции на чемпионате мира среди юниоров. И вот сейчас являются 3-й танцевальной парой своей страны после Федерики Фаеллы и Массимо Скалли, а также Анны Капеллини и Луки Ланотте. Но учитывая, что танцевальные традиции в итальянском фигурном катании достаточно сильны, можно предположить, что дальше эта пара будет только прогрессировать и в самом ближайшем будущем войдет в число 10 сильнейших пар Европы, как минимум. Учитывая, что достаточно давно катаются вместе Изабелла и Стефано, хотя
19 лет всего лишь партнерша и 21 партнеру. Тем не менее, в паре они уже почти 9 лет с сезона 2000 года. Танцуют вместе и знают друг друга, как никто другой. Сианаги, Бульдог, Сианаги, Сагатрек. Поприветствовала Луку Мантовани, Изабелла Паярди, который так же, как Вальтер Риццо и Абрунгеле Бьянки, является их тренером. Очень высокие оценки получают итальянцы за свой оригинальный танец. 45,48 балла. И сумма у них получается 70, ровно 70. Это вторая сумма дня, но там отставание всего лишь на 0,6 от чехов Хайковой и Минкура. Так что борьба будет просто острейшая в танце произвольно.